В ночь на 19 декабря в Доте вышло крупное обновление, которое привнесло в игру новый ивент, а также долгожданную аркану на Рубика. И если с ивентом все более-менее понятно, то с арканой вопросов у комьюнити возникло гораздо больше. Так что давайте разбираться. 5 фактов об аркане на Рубика. Поехали! Открывает наш список весьма занятный факт, который будет интересен в первую очередь тем, кто пришел в Доту относительно недавно и сейчас искренне удивляется оригинальности и крутости данной арканы. Возможно, я вас сейчас огорчу, но концепт арканы, который меняет цвет украденных способностей на зеленый, была придумана еще в далеком 2014 году, причем придумана игроками. Еще с 2014 года комьюнити просила Valve сделать аркану на Рубика с такой интересной фишкой. Сначала фанаты героя просто фотошопили способности, меняя им цвет, а потом народные умельцы даже запилили целый мод, который уже по-настоящему в игре менял цвет украденных способностей Рубика. В то время это произвело немалый фурор на все Dota комьюнити. Было множество тем на Reddit, на тематических форумах, но все это сводилось к одному решению. Данной аркане не место в Dota. Отсюда вытекает следующий факт. Что в фановом концепте 2014 года, что в настоящей аркане 2018 была и осталась одна колоссальная проблема, а именно фатальное влияние на геймплей. И чтобы долго не разглагольствовать, вот вам простейший пример. Представьте себе. В вашей команде есть Дарксир, а во вражеской Рубик. Начинается замес. Ваш Дарксир ставит стенку, Рубик у него ее ворует и тоже ставит свою стенку. К сожалению, вы этого не видели, поскольку только шли в сторону замеса. В итоге, прибыв на место, вы видите две одинаковые стенки. Через какую из них можно пройти спокойно, а какая может вас потенциально убить и изменить исход замеса? А вы не знаете этого, и поэтому решаете избегать обоих, поскольку у вас, к примеру, блинк, и избивать его очень даже не хочется. В итоге вы решаете просто обойти обе стенки, но пока вы обходите, ваша команда сливается. Грустно? Ну, как бы да. Однако, давайте рассмотрим эту же ситуацию, но только если бы у Рубика была аркана. Мы прибываем на место замеса и четко видим, что фиолетовая стенка — это наша, и через нее можно спокойно пройти, а вот зеленая — вражеская, и поэтому вы спокойно и быстро обходите всего одну стенку, врываетесь в замес и, конечно же, выигрываете его. А все почему? А потому что если у врага есть аркана, то вы просто перестаете путаться. Вам прекрасно видно, где союзная стенка, а где вражеская, где ваш Джакир ультанул, а где Рубик. Понимаете, к чему я? Такие моменты очень сильно меняют геймплей. Вся сила Рубика в том, что всякие длительные способности, типа стенки и макропиры, они дезориентируют врага. Вы не знаете, на какой огонь можно наступить, а на какой нет. Таким образом, владелец арканы действительно находится в крайне невыгодном положении. И вот знаете, обычно многие игры винят за то, что в них есть так называемый pay-to-win. Но только Dota смогла сломать все стереотипы и добавить в игру шмотку Pay to Lose. И даже если Valve введут возможность отключения этой фишки, то какой тогда вообще смысл от этой арканы, если визуально она выглядит как обычная Имморталка или даже Сет? Все покупают арканы ради эффектов, а тут эти эффекты ставят вас в крайне неудобное положение. И недалеко отходя от Имморталок. Помните, в одном из своих видео я говорил, что вот эта вот Иммортал голова на Мартру является прямым дополнением к аркане, и Valve явно намерена развивать эту идею. Так вот, в ситуации с Рубиком все вплоть да наоборот. Здесь аркана является дополнением к уже двум существующим имморталкам. А если быть точнее, то к вот этим вот двум. Посох вышел в 2015, а плечи в 2018. Честно говоря, весьма странное решение ориентировать аркану по стилистике на две имморталки. Однако же финансово для Valve это крайне выгодно, поскольку те, кто имели две эти имморталки, однозначно захотят дополнить свой сет арканой. И наоборот, те, кто купили аркану, наверняка захотят дополнить ее образ этими двумя имморталками. В подтверждение своих слов, ловите график цены на эти вещи с торговой площадки. Посох до выхода арканы стоил 500 рублей, а теперь за него нужно отвалить почти 1000. Ну а с плечами ситуация еще интересней. Им вообще добавили целый новый стиль, который так и называется «Аркана версия». То есть вы понимаете, имморталка вышла в августе, ничем особо не выделялась. Однако же вместе с последним обновлением ей добавили специальный стиль, чтобы она лучше сочеталась с арканой. Маркетинг, что тут еще сказать? Поэтому, друзья, настоятельно рекомендую вам не тратить такие бешеные деньги на пару имморталок, которые стоят почти как сама аркана. Лучше воспользуйтесь сервисом Dota Money, там вы всегда сможете спокойно обменять свои ненужные старые вещи на что-то более годное и актуальное. К примеру, те же плечи на Рубика можно спокойно забрать, отдав свое барахло взамен. Выбираем шмотки своего инвентаря слева и шмотку, которую хотим получить взамен справа. Готово!
По-моему, проще просто некуда. Ну а богатый функционал и вкусный бонус при пополнении баланса не оставят вас равнодушными. К слову, данный сервис был создан теми же людьми, которые создали сайт CS Money, который на рынке уже более 2 лет. Так что им можно доверять, и я лично рекомендую. Ссылка в описании. Следующий факт у нас будет продолжением темы Pay to Lose. Мы уже с вами выяснили, что данная аркана ни хреново так подставляет игрока в ней, поскольку лишает вас возможности дезориентировать и запугивать противника. Однако же на этом Valve не остановились. Чтобы окончательно добить весь эффект неожиданности, они решили изменять цвет плаща Рубика в цвет персонажа, у которого была украдена способность. Таким образом, вам даже кликать по Рубику не надо, поскольку каждый персонаж имеет свою уникальную цветовую гамму, вы легко по цвету плаща Рубика сможете узнать, у кого же именно он украл способность. И вы, разумеется, уже будете знать, чего стоит ожидать от него. Я, конечно, не геймдизайнер и далеко не профессиональный игрок, чтобы критиковать действия Valve в этой ситуации, но лично мне кажется, что это все просто какой-то абсурд. Я понимаю, что Valve не дураки сидят, но, блин, как так-то? Может, я что-то не понимаю? В общем, пишите в комментарии, что вы думаете об этом, и не стесняйтесь мне поправлять. Ну и последний на сегодня факт будет очень грустным. Он касается новых реплик Рубика. Как вы знаете, последние арканы, к примеру, на Пуджа и на Джиггернауты, привнесли достаточно много интересных деталей в лор игры. По большей части благодаря своим репликам, которые произносили герои с новой арканой. Однако, не знаю, в курсе вы или нет, но в аркане Рубика новые реплики отсутствуют. В ней лишь поменяли обработку голоса, но все фразы остались старыми. И нет, здесь проблема не в лени Valve. Возможно, они и хотели добавить новые реплики, но, к сожалению, не смогли. Не смогли, потому что человек по имени Барри Деннон, который подарил свой голос Рубику, умер 26 сентября прошлого года в возрасте 79 лет. Помимо Рубика, он также озвучил Хаус Найта и Фантом Лансера, но это лишь малая часть его карьеры. Он также был замечательным актером, певцом и писателем. Барри Деннон – лучшее олицетворение поговорки «талантливый человек, талантлив во всем». F. Но у меня на сегодня все, друзья. Не хотелось, конечно, кончать на такой грустной ноте, но все-таки мне показалось, что вы должны были это знать. В общем, делитесь своим мнением по поводу всей этой ситуации. Правильно ли Valve поступили, что не добавили никаких новых реплик? Да и вообще не стесняйтесь высказываться по поводу арканы. Мне и правда очень интересно, что вы думаете об этом. Ну и про лайки с колокольчиком не забывайте. Ну а я не прощаюсь, еще услышимся.